Как избавиться от комплекса неполноценности? А откуда возникает этот комплекс? Почему мы думаем или считаем, что мы в чем-то неполноценны, то есть не дотягиваем? Сравнение и наша внутренняя потребность быть принятыми – вот корень всего. Постоянное сравнение себя с какими-то навязанными идеалами является главной подпиткой наших комплексов. Обычно в основе этого лежит что-то из детства, какие-то фразы или действия наших родителей или сверстников, которые оставались глубоко внутри в виде обид и непрощения. Потом превращались в страхи и становились комплексами. Непринятие, обида, страх, комплекс. И выбраться из этого порочного круга очень трудно, но это возможно. Ведь корень проблемы и ее начало – это страх быть непринятым. С этим и нужно разобраться раз и навсегда. А что, если я тебе скажу, что ты уже принят и любим? Все, что нужно, это согласиться с этим и принять. Может, для тебя это прозвучит странно или дико, но это абсолютная и неизменная истина. Бог любит и принимает тебя таким, какой ты есть. И Он доказал тебе это ценой жизни и смерти Иисуса Христа на кресте. Пусть даже тебе в это трудно поверить, и ты не все понимаешь до конца, но ты должен это знать. Возможно, именно эта истина станет запятой там, где ты поставил точку.